Так, бабо у нас топает на прогулку. На морозную прогулку. Побежала, бабка, побежала. Делаем процедуры коси с удавленным зубом. Чистим Джуника. По сведениям гидрометцентра, в Эстонии 6-11 градусов тепла, ночи заморозки, до минус 5. В Латвии плюс 9-14. Забираем Джуника и топаем на тренировку. На Украине 6-13 градусов тепла, ночи в Карпатах и на востоке республики заморозки до минус 3. В Молдавии плюс 11-16. Помните, мы просыпали бешафитом. Чуть-чуть увлажнилось. Маловато, конечно, 1 тонны. Но видите, вот мокрые следы, и все-таки пыль прибилась. Должен быть влажный грунт. Перед тем, как сыпать бешафит, нужно сыпать именно на влажный грунт. И теперь поехали, потренируемся. В Грузии дожди 12-17, в высокогорных районах плюс 4-9. Галоп. В Армении 16-21 градус тепла, в Араратской долине до 26.